Физкульт, привет, друзья и ученики, просто случайный зритель, хейтеры мои любимые и тролли. Поздравляю всех вас с первым числом первой недели, первого дня недели, первого месяца нового года. Да, это шикарное стечение обстоятельств для того, чтобы никто уже не смог отмазаться от того, чтобы начать изменять себя. И я хочу сказать спасибо всем вам за критику, за ту похвалу, которую вы несете относительно моей работы. Ведь то, что я делаю, и ваша ответная реакция помогает развиваться мне тоже, как блогеру, как писателю статей, книг. А в этом году, вернее, уже в прошлом году вышла моя первая книга. В этом году выходит моя вторая книга, целиком и полностью посвященная для вас, девчонки. Это будет просто бомба. Серьезно говорю, обязательно ознакомьтесь с этой книжкой. Если вы тренируетесь, если вы хотите тренировать людей, если вы взяли на себя смелость, ответственность тренировать других людей. Что было в этом прошедшем 2017 году, все вы знаете, а кто не знает, может пересмотреть в моих роликах, перечитать в моих статьях и обязательно перекупить книжечку, очень дешевую книжку, дешевую по цене, но не по содержанию. Называется она «Fuck Fitness. Ступени натурального бодибилдинга». Крайне полезная книжка. В 2018 году я планирую запустить серию, большую серию роликов о том, как грамотно тренироваться нам, натуралам, и это будет очень полезно тем, кто только начал, кто только не так давно в нашем деле. Это все будет очень полезно, потому что мы будем говорить о минимализме. Минимализм приводит именно к прогрессу. Нельзя, растрачивая свои силы, свою энергию на все, прогрессировать в чем-то одном. Нужно выбрать определенную цель, поставить перед собой задачу и пошагово по ступеням идти к своей цели. Девчонки и мальчишки, вы просто молодцы, вы показываете шикарные результаты. В моей закрытой группе платной уже 173 человека. И так как это новогодний выпуск, я напоминаю, здесь нет никакой рекламы, наоборот, вы все, любой, кто хочет вступить в мою группу, но, к сожалению, не имеет финансовой возможности, по той или иной причине, к сожалению, для меня и для вас, потому что я всем желаю финансовой независимости. Главное, чтобы всем нам хватало денег. Нам не нужны излишки, но нам нужны деньги для того, чтобы быть относительно свободными. Деньги дают относительную свободу. Не забывайте, что деньги – это тоже энергия. Энергия – это мысли. И если вы грамотно мыслите, то значит, у вас в жизни будет все. Все, чего вы хотите. Не забывайте, что каждый живет так, как он хочет. И не забывайте, что жизнь у нас одна, друзья. Не игнорируйте вопросы философии, потому что мы с вами на смертном одре не будем вспоминать, как много мы работали, как много времени мы проводили на работе. Поверьте, найдите в интернете, если вам интересно, записки медсестер, которые рассказывают о том, о чем сожалеют люди на смертном одре, зная, что вот они умирают. Это не деньги, это не работа. Это в первую очередь то, что люди мало путешествовали и были мало со своими близкими людьми. Исключите в 2018 году, друзья, весь негатив, начиная с людей, которые привносят в вашу жизнь негатив. Нужно быть позитивными. Я тоже стараюсь, потому что последнее время стал слишком раздражителен, не знаю, с чем это связано. Раньше, когда я занимался только единоборствами, я был гораздо уравновешеннее и спокойнее. Несмотря на то, что я был тогда подросток и гормоны у меня зашкаливали. Это к тому, что всем нам с вами необходимо развиваться, необходимо самосовершенствоваться. Если кто-то посчитал, что он достиг всех высот, то этот человек не достиг ничего, кроме собственной глупости. Потому что невозможно знать все. Друзья, никто не знает всего. И не стесняйтесь, задавайте вопросы. Если вы думаете, что я или какой-либо другой блогер знает абсолютно все, то вы ошибаетесь. В мире никто абсолютно все не знает. И тем более, что сейчас такое огромное количество информации. Учитесь своих детей, учите себя, чтобы ваша голова работала, работала логически.
Потому что если учить только формулы, учить какие-то зомбированные утверждения, мы с вами не научимся мыслить, мы с вами научимся быть зомби. А вы знаете, я против любых режимов государственности, такой, которая она существует. Но она должна быть, потому что система должна быть для того, чтобы управлять людьми. И в первую очередь она создана только для того, чтобы управлять нами с вами. И политика, и религия – это две самые грязные, но, к сожалению, все-таки необходимые любому государству, любому обществу вещи. Хотя и нужно их критиковать. И если вы кого-то критикуете, неважно, патриарха, президента или еще кого-то, это не говорит о том, что вы не патриот. Если вы так думаете или кто-то так из вашего окружения думает, это неправда. Это значит, вы просто не умеете думать. Друзья, давайте развиваться, давайте не зацикливаться, давайте понимать, что мир прекрасен. Не нужно загонять себя в рамки какого-то национального сообщества, какого-то религиозного сообщества. Не нужно притягивать себя за уши к чему-то определенному. Дайте открыться всему тому, что есть в этом мире, всему прекрасному, всему позитивному. Впустите в себя, в свой разум, в свою душу, в свое сердце, в свою голову позитив. И тогда все в вашей жизни будет просто шикарно. Не буду долго вас грузить этим видеороликом. Напомню только, что все, кто хочет бесплатно вступить в закрытую группу, может это сделать следующим образом. Снять видеоролик о себе, о своих тренировках. Лучше всего, если это будет тестовая тренировка. Рассказать о себе, о своих тренировках, о том, что вы взяли полезного из моих учений, что вам не помогло или, не дай бог, навредило, потому что никто не совершенен, и я допускаю, что у меня тоже, как и у большинства, как и у всех людей, есть ошибки. И я хочу их исправлять, хочу над ними работать. Друзья, снимайте ролики, присылайте мне в личку. Главное, чтобы это были не вертикальные ролики, записывайте звук. Даже если вы не можете монтировать, присылайте все отдельно, я сам смонтирую. За это вы получите доступ в мою закрытую группу, где сможете постоянно, на постоянной основе получать грамотные тренировки на каждую новую неделю по принципу периодизации относительно разного типа мышечных волокон. Спасибо, что смотрите, спасибо, что остаетесь на канале Heavy Metal Gym, и совсем немножко осталось до 100 тысяч подписчиков. Наш Новый год будет самым лучшим, самым позитивным. И давайте сделаем его просто идеальным по сравнению со всем остальным предыдущим прожитым опытом. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Берегите себя, сохраняйте в себе позитив.